На фасаде 21-го дома на улице 3-е почтовое отделение открыли мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Евгения Лютова. Он погиб, выполняя воинский долг. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Евгений Лютов в специальной военной операции участвовал с самого начала. Был командиром добровольческого взвода «Барс-13». Евгений дважды получал ранения, а после выздоровления возвращался в зону СВО и продолжал службу уже в должности командира парашютно-десантного батальона в городе Артемовск. Защищал интересы людей, защищал интересы нашей Родины. Отдавал свой долг, долг как мужчина, как воин, как герой. Память. Люберчан, память земляков всегда будет в наших сердцах. Мы всегда будем помнить каждого героя, каждого, который ушел с территории нашего городского округа. Евгений показал пример всем нам, что такое простой русский мужик. Это человек, который сражается за свои ценности, за свою землю, за своих родных и близких до последней капли крови. Герои не умирают, герои живут вечно. О том, что он там уходил как бы защищать страну с 14 года, я это знала. Он еще до объявления своего там всегда ходил. Но пыталась всячески удержать, он мне сказал одно: я не могу жить без войны. Я должен там встать, защищать наши границы, иначе они придут сюда. Евгений погиб 2 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи, прикрыв собой товарища. Награжден нагрудным знаком «Доброволец Донбасса» и орденом мужества посмертно. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.